Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы подробно расскажем вам про уход за аляскинским маламутом. Ласковых и добрых аляскинских маламутов часто называют плюшевыми мишками. Настолько у этих собак милая внешность и замечательный характер. Представители породы обожают людей и, как правило, даже к незнакомцам относятся очень дружелюбно. Аляскинские маламуты могут стать идеальными питомцами для активных людей и больших семей с детьми. Какой уход требуют представители породы? На что необходимо обращать особое внимание при их содержании? Давайте разбираться. Итак, представляем вам 5 особенностей ухода за аляскинским маламутом. Уход за внешним видом аляскинского маламута несложен. Вычесывать этих собак рекомендуется 1-2 раза в неделю специальной щеткой, во время линьки ежедневно. Купать представителей породы следует по мере загрязнения. Также важно не забывать регулярно стричь этим собакам когти, чистить зубы и проверять глаза и уши на предмет загрязнений. Аляскинские маламуты плохо подходят для содержания в небольшой городской квартире. Этим собакам нужно большое личное пространство. Идеальным вариантом для представителей породы будет содержание в загородном доме с участком. Однако важно помнить, что в таком случае на участке должна быть коробка с песком, в которой собака могла бы рыть землю. Аляскинские маламуты – известные землерои. Если для такой их страсти не определить специальное место, они могут испортить сад и огород. Аляскинским маламутам необходимы регулярные физические нагрузки. Без них эти собаки становятся упрямыми и раздражительными. Гулять с представителями породы необходимо 3 раза в день. При этом важно, чтобы в каждом выгуле присутствовали элементы игр и дрессировки. Аляскинских маламутов необходимо воспитывать с самого детства. Эти животные склонны к доминированию. Без ранней социализации и дрессировки во взрослом возрасте представители породы, как правило, становятся непослушными и неуправляемыми. Аляскинские маламуты плохо уживаются с другими животными, если их не приучили к ним с самого детства. Питание аляскинских маламутов должно быть сбалансированным и разнообразным. Кормить представителей породы специалист рекомендует 2 раза в день – утром и вечером. Кроме этого, важно следить за тем, чтобы в миске у маламута всегда была чистая и свежая вода. Из натуральных продуктов этим собакам больше всего придутся по вкусу курица, говядина, нежирный творог и перепелиные яйца. Уход за аляскинскими маламутами несложен, однако имеет свои нюансы. Помните о них, желая завести себе представителя породы. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!